Ну что, друзья, всем привет. Я долго думал, ждать раборубку или донатить, покупать этот пассивку на ниту, донатить на открытие сундуков. Что же делать? Вы поставили много лайков, и, если честно, большинство хотело, чтобы я задонатил. Так интереснее. Но мне придется сэкономить, потому что в магазине появилась вот такая вот акция. За 169 гемов я могу купить пассивочку на ниту. Мне не придется тратить там 2000 гемов, да, или точнее 100 баксов, чтобы открывать сундуки, потому что я могу дешевле приобрести ее в магазине. А вот тикеты и роборубку я оставлю для такого персонажа, как Джесси. Осталось очень мало звездных очков, уже скоро она будет на 9, и, соответственно, когда она будет на 9, я сразу же буду открывать сундуки, чтобы выбить пассивку. Вот буквально роборубка у нас через 2 дня, то есть Джесси тоже через несколько дней уже будет с пассивочкой. Это очень интересно, ребята, обязательно подписывайтесь, следите за моим каналом, за моими роликами, как я буду этих персонажей апать, это будет очень интересно, и приходите ко мне на стримы. Я каждый день провожу стримы по ссылке в описании. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Также смотрите, еще в акции дня есть пассивка за 2000 золота, но мне проще купить за гемы. Золото очень мне надо. Ну что ж, я уже гемы на баланс себе завел. 169 гемов стоит акция. Покупаем ее. Поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо. Так, 169 гемов. И вот она, пассивочка такая красивая вообще. Блин, не успела сделать скриншот. Так, значит, что получается? Нита восстанавливает 300 здоровья каждый раз, когда ее медведь наносит урон. А когда Нита наносит урон, медведь восстанавливает здоровье. Я не знаю, насколько это имба сейчас будет, но... Блин, чувствую, будет классно. Ай, я так рад, честно, правда. Блин, мне... Сейчас заплачу. Шучу. Ну, правда, я очень рад. Очень рад, мне так нравится, как мой прокачивается аккаунт, апаются кубки, все четненько идет, все получается, знаете. Вот в рояле, когда последнее время я уже играл, у меня ничего не получалось, я не мог взять ту планочку, которую хотел. У меня был фул аккаунт, но я уже был на максимуме. То здесь ты преодолеваешь новые вершины, и для тебя это кажется, что, ну блин, ты что-то умеешь. Хотя на самом деле я просто еще... не уперся в тот потолок, на котором сидят топы, да, там уже у меня тоже не будет получаться. Но пока что на таких кубках, вот пока релиз, да, еще много новичков, средних игроков таких, поэтому апаться еще легко. Тем более на фул прокачке. Так, значит, давайте, нам надо сейчас нафармить ульту и протестим. Надеюсь, не у меня ульта полетела от Фрэнка. И протестим, как Мишка, насколько Мишка будет бессмертный. Ах ты ж говнюк, смылся, ну ладно. Так, Мишка у нас уже есть. Я бы такой не спешил бы его доставать. Хотел бы немножко нафармить. О, вот так вот. И Мишку закидываем. А, пожалуйста, кто-нибудь спасите. О, живем, живем, друзья, живем, живем. 200 хп, живем. Давай, давай, хиль меня. Отлично, Мишка меня немножко похилил. Но я, собственно говоря, и не был в опасности в тот момент. Фух, напряжно было, но мы живем, живем. Так. УПМ нету это, че я боюсь? Баночек вообще нет. Там тем более динамайка на подстраховке. На динамайка я кину Мишку. И все. Так. Давайте медведя закидывать. Так. Давай, давай, давай. Да не уходи ты, дай посмотреть, как медведь будет хилиться. Дай, дай похилю медведя. О, нормально, по 300 хп, слушайте, неплохо. Это интересно, на самом деле. Что, остался Фрэнк? Лол. Ип, и он даже не успел. Топ-1, друзья, топ-1, просто Нита красава. 7 кубков, зашибись. Продолжаем. Сегодня на стриме, естественно, буду апать Ниту. Не знаю, за стрим я апну ее на 500 кубков или нет, но вы в любом случае приходите и поддержите меня. Поехали, следующая катка. Это кайф, реально. А следующая Джесси будет, там тоже очень крутая пассивочка. Торельку хилить при выстреле. Это кайф тоже. Так, давайте, давайте, ну уже. Нет, 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 только не ульта. Уходим, уходим, уходим. Мне нужен кактус. Давай, давай, давай. Не достаю, не достаю. Блин, она достает, а я не достаю. Так, ладно, стоим тут. Тихо.
Так. Ладно, постоим пока. Постоим, подождем. 8 бойцов. А в центре есть кто-то интересный или нету? Стрёмно, пока что стрёмно заходить куда-то. Постоим тут, для нашей же безопасности. Хотя я не хочу стоять, блин. Я взял на нити пассивку, чтобы не сидеть в кустах. Чтобы атаковать. Чтобы бегать. Врываться. Динамика, погнали. Ненавижу, кто сидит в кустах вот эту целую игру. Вообще, не понимаю таких игроков. Найс, отлично. Три баночки осталось. Так, окей. Давайте сейчас проверим центр. Я так и не понял, есть тут кто или нету. По-моему, нету. Так, смотрите. Так, в принципе, шанс есть у меня забрать Шелли сейчас. Так. Мишка, пошел. Тихо. Блин, он так быстро убил Мишку. Нормально, нормально, я так коцаю. Нормально. Но видим, что недостаточно было, чтобы добить. Так, окей. Что у нас тут? Рикошет. Давайте, давайте, Тихо. Опять ульта есть у Шелли. Тихо, пошел вон. Все. Это столкновение. Давай, давай, давай. Мишка, давай. Все, мы хилимся вдвоем сейчас. Тупо нон-стопом. Все, ну это точно топ-1. Еще одна катка топ-1. Зашибись. Очень классно. Очень классно. Урон мне нравится. Колоссальный урон у Ниты. У меня три банки против Шелли, у которой 7 банок. Семью, да? Правильно. У которой 7 банок. Я там с 3 тычек ее практически раскатал, да? Я считаю, что это неплохой урон. Да это охеренный урон. Мне нравится. 1000, смотрите, без банок, 1000, по 1000 хп бью. Yes, убил. Так. Ладно. О, та Шелли сейчас на изи. Давай, 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 добивать надо. Все. Идем дальше. Тихо. Отходим. Отходим. Так, все, ладно. Там Мишку уже не спасти, тут кто-то сидит, да? Да, Леон. Так, ну Леона надо забирать. Отлично. Так, у меня 4 баночки. Прям все хорошо. Убиваем мортиру, чтобы нам она не мешала. Они, я так понял, с Фрэнком затимились, да? Видимо, да. Так. А сейчас ультанет, да, походу? Нет, не будет ультовать, окей. Так, ну пока ждем, пока ждем. У меня 4 баночки, нормально. Пока что все хорошо. Ждем. Давай, Фрэнк, подходи. Угу. Ай, ай-я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 й. Мне надо срочно этот, Мишка. Давайте Тару немножко взбудоражим. Отлично, с 3 тык. На 4 бойца осталось. У меня есть Мишка. Мне не нравится то, что у Фрэнка ульта еще есть. Угу, окей. Так. Надо убить эту. Пиратку. Она затимилась с Фрэнком. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ультует сейчас, ультовать будет. О, отлично, отходим. Медведи взросли. Ладно, добиваем Пока. Забираем. Тихо, тихо. Давай, 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 давай. Отлично. Хилимся. Хилимся. А, жесть. Такой шанс был топ-1. Мортира все порешала. Но не с Фрэнком, в тиме были. Им, конечно же, было проще. 17 ранг, друзья. Поехали дальше. Последняя каточка. Постараюсь сейчас топ-1, ну а там как получится. Может такое быть, что вообще сейчас первым умру. 10-м точнее. Ну, урон, конечно, по косарю нормально. Без банок. Так.
Давай, давай. Зашибись просто, Нита, зверь. О, центр, центр, центр. Нет, 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 холдик, не тупи, блядь. Сглазил. Вот только сказал, могу и десятым умереть, взял и умер десятым. Затупил. Знаете, уже в себя поверил, типа, ну, три катки подряд, топ-1, топ-2. Думаю, да все, нормально, меня никто не вынесет. Ну и вот, что получилось. Так, ладно. Сейчас вернем кубки, которые только что слил. Сейчас постараюсь топ-1 взять, чтобы 7 кубков вернуть. Так. Так. Врываемся в замес. Ну, блин, 100 хп. 182 хп, лол. Жаль нету мишки. О, есть мишка. Пошел мишка. Оба! Изи. Так, погнали, медведь. 7 тонн хп у медведя. Охренеть, мужики. Это просто класс. Минус эль прима. 6 бойцов. У меня 6 этих. Так, прикрываемся мишкой. Против кольта вообще на изи. Да нихера себе он сносит. Нет. Надо уходить. На расстоянии, конечно, коль держит. Так, 8 банок у меня. Прекрасно. Ну, правда, мишки нету. Так, погнали проверять кусты. Кто там, воробушек у нас, да? Так, ну кольт будет меня, я так понял, до последнего. До последнего будет меня мучать. Но я вроде как защитился. Так. Давай, давай, мы против була затимимся. Ой, да. Хорош. Так. Ну и все, мне будет сейчас легко выиграть кольта. Все, топ-1, отлично, друзья. Если бы еще предыдущую катку не слил, было бы вообще шикарно. Ну, в любом случае, смотрите, ровно 380 кубков, это 17 ранг. Я считаю, что неплохие были каточки. Вот, я пипец рад, друзья. Пипец рад. Реально. Просто красота. Мне не верится, что это мой аккаунт. У меня уже Спайк с пассивкой, Нита с пассивкой и скоро будет Джесси с пассивкой. Да и в принципе там Кольт, Брок, Шелли тоже после раборубки, они там уже тоже подойдут к этой планочке. Ну а дальше посмотрим. Дальше посмотрим. В общем, друзья, подписывайтесь на оба моих канала для стримов и на этот канал. Сегодня будет еще 2 ролика, обязательно посмотрите их, активируйте колокольчик, дабы не пропускать ни один стрим, ни один мой ролик. Спасибо вам всем за просмотр, удачи вам, победных каток и всего хорошего. Скоро увидимся, до новых встреч. Всем, друзья, пока.